И это со мной очень долго происходит. Может быть, даже затянулось. То я всем помогаю, помогаю. Видите, аж нимб такой появляется иногда, да? Ну, бывает. Проблема в том, что люди, 90% людей, они сами не хотят себе помочь. Почему? Потому что их мозги безнадежно испорчены. Да, да, да. Ваши мозги безнадежно испорчены. Если вы смотрели фильм «Матрица», то я бы сказал вам, это все матрица. А вы смотрели фильм «Матрица»? Посмотрите обязательно. Да, да. Надо. Еще фильм «Мирный воин». Посмотрите. Когда посмотрите, пишите мне, вспомните обо мне. И о канале «Целитель Бога». Если вы не видели эти фильмы, «Мирный воин», «Прекрасная зеленая», «Матрица», «Звездные войны» даже, да? Если вы не джедаи, то о чем я с вами вообще разговариваю? Вы джедаи, вы воины света. Только таких я лечу. Только таким я помогаю. Только таким можно помочь. Да, это правда. Знаете, что рак никто не может вылечить, кроме самого человека. Так же, как и дышать за тебя никто не может. А я могу лишь подсказать. И помогает. Помогает. Как хочешь, проверяй. Проверяй отзывы на канале. Смотри отзывы. Это изменит твой разум. Ты никогда не будешь прежним.